Боксары претендуют на звание самого технологически продвинутого города в России. Интернет там есть уже в парках, библиотеках, кафе, а теперь еще и в общественном транспорте появился бесплатный Wi-Fi. Пока в качестве эксперимента в трех троллейбусах, но это только начало. Были эпизоды, когда из-за постоянных скачков напряжения в троллейбусе выходил из строя Wi-Fi, роутеры. Но сейчас проблему решили. Можно идти дальше. Правда, старшее поколение к новшеству несколько настороженно относится. Говорят, что молодежь уткнулась. Кнувшись в свои гаджеты, совсем перестанет что-либо замечать, кого-либо места уступать и остановки будут пропускать. Ну, это они напрасно беспокоятся.